Доброе утро, друзья! Просыпайтесь! Напоминаю, вы находитесь на канале Елена Ермакова. Я вам показываю еще один рецепт кофе. Берем на 2 кружечки 4 чайных ложки мелкого помола кофе арабика. Я беру 80 сантос 20 черада. Сюда же в турочку я добавляю дальше какао-порошок, пол чайной ложки. Какао-порошок даст прекрасный вкус шоколада. Пол чайной ложечки добавляю сюда. Половина чайной ложки какао-порошок добавляю в кофе, который будет готовиться. Далее я беру щепотку, чуть-чуть на кончике ножика, либо на кончике чайной ложки черного перца. Черный перец молотый, на кончике ложечки черный молотый перец. Чуть-чуть даст такой островатый привкус. И палочку корицы. Далее заливаю 200 мл водички. На 4 чайных ложки 200 мл воды я добавляю. И ставлю на открытый огонь, на газ. Далее, когда поднимется, выключаем. Кофе я люблю с молоком, поэтому предварительно подогрела молоко и вливаю 2/3 молока. Это будет у нас латте сейчас. 2/3 кружечки молока, 1/4 кружечка кофе. Кофе будет такой с запахом шоколада. 2/3 и 1/3 кофе. 2/3 молока, 1/3 кофе. Кофе будет с запахом шоколада, корицы и немножко с островатым привкусом. Очень вкусно. Еще я сделала домашние конфеты. Всем приятного аппетита. Просыпайтесь с добрым утром. Хорошего дня. Подписывайтесь, друзья, на мой канал. Это я, Елена Ермакова, и мой канал Елена Ермакова. Подписывайтесь, будем дружить. Хорошего дня рабочего, приятного аппетита!